Все в порядке, это официально. Теперь все детали, рераны на третью годовщину могут быть подтверждены. Подписывайся и приятного тебе просмотра. Genshin Drop. Самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Куда Шоп. Официального партнера Genshin. С тебя UID. С них прямодемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся. Ссылочка где? В описании. Во-первых, поговорим о наградах за юбилей. Мы подтверждаем пока что только 7-дневное событие входа в систему, где мы получим 10 ивентовых круток и другие крутые награды, в том числе и Мору. 1600 прямодемов, которые могут быть опять разданы игрокам, по 400 прямодемов за 4 дня, которые приходили на почту. А чтобы не пропускать промокоды на прямодемы и вот такие полезные новости про круточки, подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка в описании. А также мы получим концертный пакет или же ивент, в который входит 1000 прямодемов, одна именная карточка и одни бесплатные крылья. Судя по тому, что мы видим, этот набор будет бесплатным, потому что, глядя на первую и вторую годовщину, мы видели что-то похожее. Но обратите свое внимание, что планер, который мы получили за первую годовщину, должен был стать платным, а позже из-за хейта игроков нам его подарили бесплатно. В версии 4.1 появится новая карта, новые квесты архонтов, новые квесты персонажей и многое-многое другое. Так что в 4.1 можно будет получить около 70 круток. Таким образом, эти 70 круток и еще 26 за годовщину Геншина дают нам около 96 круток. А это почти 100 круток на халяву. То есть один бесплатный легендарный персонаж. Подписывайся на канал, и тебе выпадет твоя любимая легендарка. А теперь к реранам. Подтверждено, что Венти будет в 4.1. И сейчас я объясню свои доводы к этому. У нас будет фестиваль в Манштаде, а также в 4.0 будет реран Джунли. А если ты не знал, что есть одно правило. Если архонт перезапускается, то все архонты за ним получают свой реран. После него точно так же было и Сумеру. Сначала был Джунли, а после него Венти. А также, возможно, будет Хутао, но это уже утверждать не буду. Тут пока что доводов никаких нет. Жми на колокол. Пока.